А вот там вдалеке, смотри, как весь город, он там. Вообще, да, больше тут 200 баллов. А с этой стороны вон тоже. А ладно, все, можно уезжать. Да, да. Что, давайте новый фан? Да, там ножницы бумага. Раз, два, три. Я первый. Нет, первый ножницы. Сюда, первый. У него колодец. Первый ножницы сюда. Раз, ножницы бумага. Раз, два, три. Скажите, где моё хотя бы? Теперь я тебя вернусь. О, да, очередь. Открывай. Я хочу на полу. Уже догадался, что? Да. Как ты не догадаешься? Это... Пошли. Ты знаешь, что самое интересное? Спасибо тебе. Я тебе сейчас историю расскажу. Стали с новой партии, прямо из самого свежего этого. Никто. Не, открыли проверить, чтобы же все было. Никто. В общем-то, рад. Очень рад, что я детально рассмотрю его. Так, Сонин подарок. Так, давай. Давай я. Не, давай я тебе, а ты ей теперь. Давай так. Город Ледовой, улица Рудольфа, 59. Это я не знаю, кому София Марте, Украина, город Запорожье, улица Полякова, 15. Ну, короче, да, он типа это лично Укрпочта, он Укрпочта отправил. Наушники! Супер. Давайте теперь я тоже хочу. Соня, теперь. Да, давай. Так, это подарок от Сони, да? Да. Искала очень долго, делала очень долго. Красивый. Открытка. С Новым Роком, Тарислом Христовым. Для вас, Ирина Викторовна, с Новым Годом от помощника Деда Мороза Единорога. То есть это ты, да? Да. Спасибо. Спасибо. Одна я письма не писала? Ну, походу, да, я ленивая у нас. Вы тут постарались, написали что-то. Ой, у меня календарь. Овен, барашек ты мой. Да. Ждет Овнов счастье и добро, любовь, душевное тепло, и наступивший крысый год успех и радость принесет. Да, спасибо. Мне вообще понравилась эта картинка, да. Поэтому я решила купить. Ну, я понимаю, да. Ты же действуешь по логике от маленького к большому, да, подарку? О, магнитик с Новым Роком. Мы коллекционируем магнитики, можно так сказать, так что спасибо, очень приятно. О, сладости. Баунти. Офигеть, мои любимые. Ты знаешь, что это мои любимые? Баунти? Баунти, да, это мои любимые. Да, я знаю, поэтому. Ну, вот там всякого всего, сука. Да, конфетки. Мама такая, господи, что это такое? Что, граната, что ли? Мне кажется, ты очень тщательно запаковала. Понятно, куда ушла упаковка наша. Да? Это чтобы я не почувствовала запах, потому что пахнет. Да. Ну, конечно, твоим любимым вкусом, вкусом, по-моему, пахнет, насколько я помню. Ой, она жирненькая. А что это такое? Это что? Это мыло. Ага. Ну, очень много. Но мылом пахнет. А ты сама делала, что ли, да? Да. Молодец. Спасибо. Блин, как камень. Давай
сюда. Спасибо, моя зайка. Я тебе буду пахнуть. Спасибо. Но большое. Я не знаю, но вот когда будешь мылиться, тебе будут тут блестки. Еще там еще есть. Супер! Так, сегодня намылил, чтобы блистать завтра. Теперь снова я, да? Медведи, не бойся. Теперь ты и маме. Так, Чикаго. Нет, теперь я тебе по кругу. А я же тебе ничего не подарил. Ну, давай, дари. Ты Соне ничего не подарил, а я тебе ничего не подарил. Давай я... Короче, я тебе дарю. Давай. Да, давай. Можно просто будет... каждый по порядку брать свой подарок и все. Да, да, давайте так. Да, давай, теперь ты просто бери под елкой, а Соня или я тебе скажем, твой или не твой. Как бы ты как угадаешь или не угадаешь. Давай. Давай. Хорошо. Это вообще, это твое, но нет, это вообще. Нет, это... все. Нет, вся... подожди, нет. Вот эти вот два подарка, пожалуйста, не трогайте. Окей. Это вообще... Надо, давай, ты снимай. Это реально... Хорошо. Я не помню. По-моему, нет. Нет, нет. Не твое, ищи твое. Зеленое твое, подскажу. Носок у тебя еще есть. Ну да, еще и носок. Давай, давай. О. Поедешь? Да. Труп животного. Он догадываешься, что это догадывается, я честно не знаю, что такое. Догадываешься, что это из одежды, что не спасла, так и опоя. Вот, давай, смотри. Я очень надеюсь, что подойдет. Очень надеюсь. Вау, Питер! Пожалуйста, хоть бы он тебе подошел. Сейчас, да? Да, давай. Офигенно, да? Да, когда подойти штаны, сделать все. Удобно? Вообще. Класс. Ты шерсти, да? Да, да. Да, тебе очень хорошо. Да, да. Давайте теперь я. Мягонький какой, скажи. Вообще, я его когда потрогала, я сразу... Так, нет, угомонился. Носим. Нет. Ну, здрасте, когда летом будешь носить? Ну, блин, ну, следующий зима стоит. Ты что, нет, я обижусь, если будешь не носить. Я знаю, вот это твой, а тебя? Да, да, давай. Потому что мне вот этот цвет вообще нравится. Да, это тебе. Ленточка такая красивая. Запускай. Надо, и так страшно. Ой, дай мне эту запустить. Да, а, все уже. Да, бомба нехорошая. Так она уже. Нет, это же снова. А, да, это уже. Тю. Она же извиняюсь, одна, ну да, я думаю, две. Смотри, лежит. Да, она, да, давай. Что же одежда? Прикольно. А это вообще что? Это... Прикольно. На заказку не продается магазин, да? Нет, это прикольно, индивидуально. Не, ну не так же можно, а заказать. Тем, кого я заказала, тоже можно заказать. Такое качество, в принципе, неплохое, хорошее. Неплохое, только тоненькое, ну как, не там, не... Ну ладно. Ну все, пойди уже заходи. Да, как боится. Это она так салютов у нас боится. Все, все, спокойно. Ой, это прикольно, это же. Ну не знаю, какой вытащит, спросит я. Не мне? Да потом возьми, там ничего такого. Это.
Да, возьми это, мне кажется, что ты будешь моя очень рада. Моя хорошая. Да нет, ничего. А ты нет? Очень нервничаю. Что это? Не могу пока догадаться. Я поняла. Это конфеты какие-то? А мне открывай дальше, ты просто положил, чтобы скрыть. Сяшечка, прикольно. Ты нашел идеально? Да. Идеально. Офигеть! Дай прочитать, пожалуйста. Когда мы то прочитаешь стишочек небольшой, типа. Ого, снимаю, сейчас это как-то лёд. Ты сильная. Если тебе сейчас грустно, больше нет силы, хочется сдаться, просто улыбнись и иди до конца. Круто! Красиво! Так вот ты что делал что скрывал от меня. Ну да. Да, я думала, что это мне. Нет, ну хватит. Это было самое-самое конце. Мам, ты тоже расплачешься, когда у тебя будет в конце подарок. Идеальная. Это идеально, ребят. А как ты так дошел такой? Ну. Ребят, я не могла найти игрушку хорошую, жесть. Стремно признаться, но это реально факт. Посмотрите, тупо вот, как я хотела подарить. Короче, кто со мной вместе на одной волне, тот поймет. Идеальная кружка, это супер. Поехали дальше. Давайте, кто кому ударит? Рекламные эти. Она была вытащить. Кто кому ударит? Ну, теперь, по идее, ты была, мама была, теперь я, по идее. Да. А, ты мне дашь теперь, получается, да? Не, ну мы же по кругу теперь пойдем, выбираем подарки себе. Ты выбрала, теперь мама выбрала, теперь я выбираю. А, да. Давай мне вот тот, что ты мне изначально давала. Давай. Вот тот в конвертике, ты же по идее мне давала его? А, да, да. Смотри, стой, подожди. Ты открываешь первое это, потом уже... Ты не больше всех подарков. Ну да. Ну как? Заморочилась. Не переживай, не переживай. Счастья, здоровья, удачи. Ой, что еще изучать? Счастья, здоровья, удачи, ловкости тебе, Сережа, с Новым годом. Ловкости. От единорога помощницы Деда Мороза. Понятно. Надо все развязывать, больше ловкости. Поэтому внимательнее. Он пригодится. Конечно. Особенно на природе. Пригодится, конечно. Угодом всего. Скажи, камера заменится. Прикольно, магнитик классно. А мне круче выделывать, да? Да. Спасибо большое. Я вам бы хотела как бы одинаково. Ну, типа, они все равно тут общие еще. Конечно. Бетечка, успокойся, да. Я не тебе, да он близнец. Ты сказала, что то он тенец. Нет, близнец. Сказала тебе. Сонечка, ты мне звонила по телефону, я тебе еще говорю, близнецы, а зачем тебе? Это давай, надо. Давай, конечно, нормально, чего вы читаете. Ладно, читай. Тельца мне заход ни по чем, не страшен штиль, не страшен шторм, попутный ветер и не несет удачу, счастье, доход. Ну, ну нормально, близнецам тоже будет, да, доход. Класс. О! Ядрё, да? Да. А ну дай. Да мне. Да так же, как у меня пахнет, что. Да, он запаковала конкретно. А зачем ты так его? Его надо было, наверное, досушить. Так он и так два дня пролежал у меня на балконе.
На балконе можно было на теплого? Нет, она что, этот теплого? А, да? Ну, зеленый, красивый такой. Это люблю мылом пользоваться в душе, поэтому у меня как раз самый раз. Да, так красиво как вообще. Угу, спасибо вам большое. Слушай, ну... Мне кажется, нам на пару раз мне, конечно, покупаться. Может, быстро ставить? Может быть, и какие-то успокоительные. Ребята, гляньте, она просто с ума сходит. Это все из-за того, что она пугалась салюта. Давайте выключим пока. Сонечка, Сонь. Да не, я нормально. И вот там тут Иван мой любимый, да? И мы отметили пару ошибок. Спасибо тебе большое. Вот это мой? Да. Подождите, я знаю, что ты уже топчешь? Я говорю, быть, может быть, успокоительные какие-то. Скоро еще старый Новый год, наверное, будут тоже стрелять салюты. Что-то переживаю. Ага, а такая. Ух ты! Много чего, это что такое? Это что такое? Это какая-то игра, походу, будем играть. Да, вот здесь вот никто не трогает. А вот здесь вот что-то. А потом должен быть этот кадр. А, все, поняла. А ты можешь отвечать этим что-то, да? Или... А, что-то. Вот специальный. Спасибо. Crazy Cat. Дай посмотреть. Прикольно. А там подписано. Ну, ладно, я просто пока паковал, она увидела. Северного пола. Я ей сказал, что большой ей. Блин, такая упаковка на самом деле классная, чем мне нравится. Она с тобой сохранится. И я хотела всегда это сделать. Вот так! Да, это самый кайф. Это подарок, который я попросила у Сережи на самом деле, и я его ждала. Я рада, что ты все-таки это сделала. И мне это спасибо. Ой, Пожалуйста. Да, это спасибо мне. Спасибо. Пожалуйста, Соня. Теперь я, короче, да? Да. Память это подарок. У мамы уже почти закончились тоже. Можешь взять еще один свой подарок.
тоже что мягкое. А ты хитро же одежду решила делать, да? А чего? Недоволен? Мне эта упаковка нравится очень сильно. Я знала. Твоя прям. Так я люблю. Шо, отстань! Ты для меня решил на 3 года вперед запасти себе, да? Офигеть. Тихо, успокойся, все хорошо, зайчик. Блин, ну за неделю носить их не смогу. Ну почему? Ты мне их жалко носить. Ну блин, просто реально, я нашла идеальный, на мой взгляд. Ну мне они очень понравились. Я не смогла выбрать просто. Поэтому два. Дедушки с витера туда носить, а почему? Жалко твои. Нормальные дедушки надо доносить. Спасибо тебе огромное. Мне очень интересует вот это. Понравилось вот... хоть? Да. Я возьму вот это. Тут такой праздничный, на час мы его я знаю, что это мне. Я знаю, что это мне. Откуда? Чёжа сказал, что маленький мне. Ну да, она думала, что маме. Да, я думала, что ты маме подаришь колечко, либо сердечко. Не знаю, какой мне очень. Вот, я даже... Да не, наоборот, наоборот. Ты верх ногами держишь, так вот, да. Да не, и просто как телефон, чтобы понимаешь, так вот. Ну это, короче, селфи-кольцо. Его на телефон цепляешь, как ты хотела. Не то пластмассовое китайское, это профессиональное. Так Xiaomi, да, именно крутое. Короче, это... Там сзади кнопочка, ты нажимаешь, и оно светится. Вот и заряжается оно снизу, да. Ты съела, Маша. Пожалуйста. Я сама в шоке, я тоже хочу. Это от фирмы, что у тебя телефон? К Xiaomi. Там сзади где-то оно заряжается, такой, таким же штекером телефон. Почему? Поддержать надо. А нажми, держи, там да. Там несколько режимов. О, выключилось. Вот, наверное, зарежу. Да, там раскрываешь, да. Ага, вот. Угу. Спасибо большое. Пожалуйста. Там инструкция, наверное, какая-то. Теперь ты? Да, ой, я? Уже я? Так быстро. Я же от этого подарка не отошла. Ну, какой мой? Ну, думаю, Соню надо открывать теперь. Ну, уже да. Все? А вот это? Ну, то мой. Ну, давай. Ну, давай вот это, значит. А, это от тебя еще мне подарок? Ну, да. Ты не придуши меня, пожалуйста. Торви его как-нибудь, господи. Я не приклеил его к подарку, как ты это делаешь. Я аккуратненько. Ну да, самый крутой, который. Так. Ну, снизу, снизу, снизу надо прийти. Я думала, кто раскупилась? Там вот и не было тоже. Зай, у меня тоже с ним была ситуация. Я нашел его, но он был, круто. Но он был без этой штучки, все лежали в коробках. И думаешь... Вообще круто. Вау, устойчивый, слушай. Ну да, он такой. Да, быстрее, быстрее. А, мне? Да, это тебе. Можешь просто вывалить и так. А будет видно. Сделаю. Не знаю, на видео так. Да ладно, давай вот так сделаем. Да, давай. Держать тут удобнее, там не закрывать. Ух ты! Вообще офигеть. Так, ну это кушать, чтобы они сильно рыбнали. Да, я ее на самом деле Соне ложила. Прикольно. Это конфетки такие люблю. Монетки. Да, я тоже. Я думаю, вы со мной будете делиться? В общем, ладно, давай. Теперь я. Мне. Да, вот давай. Это, вот это или вот это? Какое? Подскажи, пожалуйста, нам. Так, бери вот это. У Сони теперь остались подарки. Нет, у вас подарки. Ты что, мне еще что-то? Пожалуйста, нет. Вот у меня стыдно, у меня нет. Нету ничего. Спасибо. Пожалуйста. Тебе на телефончик, чтоб ты совсем уже на двойке скатилась.
Давай, раскрывай. Вот это мне? Ну да. А там? И не могу я делать эти сладости. Ну да. А это что? А это тебе шпатка. Это мне? Да. Спасибо. Я тоже не откажусь на самом деле. О. Я вам подобрал тени. Тяни, это же тебе. Да, спасибо, что вспомнила. О, супер, с орешками. Да, тебе и тебе. Ой, это ну, я думаю, это основные подарки наши, да? Да. Подожди, подожди, поположи. Давай, я спокойно. Ух ты, мне это подойдет. Тебе на работу уже надо. Спасибо, что запомнила. Спасибо тебе большое. Нормально все работает? Да, спасибо. Я вообще хотел... Я вообще хотела купить еще таких где-то три, там собака и еще такую уши. А, вот ты мне звонила, животное спрашивала. Да. А, да, это тебе. Ничего себе, спасибо. Пожалуйста, мама, это тебе, на твой телефон. Офигеть, спасибо, Мак. Супер. Ты ж сними свой старый, да. Я забыла, что у меня в чехле. Большеватый чехол, на самом деле, мне кажется. Это чего? Ну, круто, чё. Там еще надпись такая небольшая. Да, я видела. Мама, я люблю тебя. Спасибо. Йо. И вот еще твоё. Точно! И вот еще твоё. Давай, складывай конфетку. Чтобы ты не страдал. Спасибо, маме. Ну, маме. Это от нас. Как я. Кто я? Спасибо. Пожалуйста.